Ну, в общем, так, это у меня душевая кабина. В общем, душевая, это штука, с которой я купила. В общем, здесь, в принципе, практически так, только я покрасила. Вот, здесь, значит, температуру показывает, обратите внимание. Ну, это Матильдочка. Матильдочка тоже хочет мыться. Да, Матильдочка? Матильдочка говорящая киса. В общем, ну, вот так сниму. То есть, я теперь одежду сняла. В общем, мою. Я уже снимала это видео, но не выложила. Снимала, но не выложила. В одежде, конечно, не очень. Что-то я не поняла. В общем, в одежде. Поэтому они там сильнее моются. Потому что в одежде. В одежде неудобно, конечно. Вот. Такие вот дела. В общем, принимаю я душ. Поздно встала, я поздно легла. Загружала там все, там почти до самого утра видео на странице нашла, в общем, там, ну, какие-то фильмы я уже эти смотрела, в общем, загружала я с ютуба на мою страницу видео, там можете посмотреть фильмы, вот, конечно, и стала я поздно, вот, сейчас помоюсь. И буду завтракать. Буду завтракать. Буду варить себе овсяную кашу. В общем, вот так. Там еще что-то все жареное. Блинчики жарю. Омлет жарю. Как-то все это жареное. В общем, надо очень кашу. Кашу, овсянку буду варить. В общем, вот так. Душа, ну, это отдельный разговор, конечно. Немцы знают. Я на том видео уже говорила. Кто в курсе. В общем, так вот. Такой душ. Вообще, такая у меня эта комната. Моя ванна комната. В общем. С одной стороны, конечно, она волшебная. Это вы говорите о хорошем. В общем, если не начинать день с плохого, в общем. А так, большой отдельный разговор. Ой. В общем, что, простыни. Опять стираю мое белье. В общем, сейчас я положила, сняла простынь и, ну, там, в общем, постельное белье с моей кровати. Сейчас машинку заложила. Сейчас буду стирать это все. Нажму, в общем, машинка будет стираться. Так что, в общем, это так вот. Простыни. Что-то Матильдочка на улицу не пошла. Открыла ей дверь, она еще не пошла на улицу. Как-то дома она. Ну да. Так что вот. А так собираюсь вот так же фильм про Мессинга, про Вангу, про Мессинга. Все эти фильмы уже смотрела. Я загрузила там часть фильмов. Я фильмы не посмотрела. Надо еще про Мессинга еще посмотреть. Это большой сериал. Такой очень интересный фильм. В общем, вот так вот. Ну, сколько у нас сейчас времени? Вы там на предыдущем видео, где я там в белом платье, такая прям душ, вы там посмотрите, сколько там времени у нас сейчас. Я там со второго этажа, на четвертый, в общем, в одном видео заснула. Но в платье я поняла, что мыться не очень удобно. Ну, вот, вы понимаете, да? Поэтому платье не сняла. Вот. Ну и моюсь без платья. Так что предыдущее видео мое, в общем, это вот я там в этом платье. Вот, думаю, как я себя заснять, думаю, этого купального костюма у меня нету. В общем, эти купальники Василий Владимирович я отдала. Ну, в общем, вот так вот, кто-то у них там, наверное, ходит в этих купальниках. Вот. Вот получается, там сколько там 5 часов, или во сколько я легла, 5 часов.
Неужели это у меня будильник с полдвенадцатого звенел? Ой, я даже не слышала. Знаете, я же пришла туда, вокруг там, полпятого было. Это вообще у меня сколько часов этот будильник звенел? Я даже не поняла. Но я бы здесь не слышала. Уже, по-моему, я уже там час и два часа не сплю. В общем, лежу, думаю. Ого, я так это проснулась, часа два назад, полежала. Мальчишка там еще пришла. В общем, как-то так. Это я. Ой, и Матидочка мяу.